Семья штука мудреная. Подходящий час поёрничать. Самое время. Мы кому-то звоним? Видимо. А что он тут делает? То, что ему велели. Уверен, вам любопытно, зачем вы здесь. Несомненно, вы отрицаете свою причастность к обстоятельствам, в которых оказались. Спокойно, он мертв. А говорит, как живой. Вы обретете спасение, если очистите души от повседневной лжи, приведшей вас сюда. Лжи, в которой убеждали себя, которые калечили других. Покайтесь, правда освободит вас. Что это? Нельзя в этом участвовать. Нарушить мои правила убьет вас. Я хочу сыграть в игру. Нам поиграть предлагают? Хватит. Алло? Первое. Подношение крови, пусть самое скромное, даст вам зеленый свет на то, чтобы покинуть эту комнату. Господь всемогущий. Если вы сможете освободиться от своих демонов, то сбросите цепи, которыми эти демоны удерживают вас. Принесите в жертву немного крови, как я прошу, или примите жестокие последствия.